Здорово, амигос. Знаете, в новом году я хотел, чтобы на канале стало меньше такого дерьма, как этот Бэтмен, но, к сожалению, не успел его пройти ввиду абсолютной нестоячки на эту игру. В 15-м и пришлось его перенести на 16-й. Безусловно, к моему и вашему неудовольствию. Потому что, ну, игра это, наверное, худший высер этого года. Это абсолютно... Ни у кого, я думаю, не вызывает абсолютно никаких сомнений в том, что эта игра просто лютая говнище. Это, блядь, худшая игра не то что года, 10 лет, наверное, последних, если не больше. Просто такого говна я не видел просто вообще, наверное, никак в своей жизни. Если брать во внимание бюджет, не просто, да, что вот игра говно, потому что есть игры говно, но у них, извините, бюджет 3 копейки, программисты, блядь, 2 класса информатики. А здесь программист известный, это не первая игра на его счету, денег вбито немерено, бренд, блядь, использован солидный. И такое, блядь, говно, что пиздец. Да, но пройти его надо. И вообще, почему я взялся, блядь, проходить эту уёбищную игру, да, потому что, ну... Нужны, иногда нужны игры-затычки, да, когда вот новинок никаких нету, вот, а канал простаивать как бы не должен. И тогда ты задумаешься, а не записать ли какую-нибудь вообще, ну, игру, которая, в принципе, тебе нахер не нужна, не интересна никому, блядь, и смотреть ее будут мало, но нужна затычка, да, эфирная. Вот, сейчас эту функцию затычки эфирной вполне могут выполнять танки, да, что когда, типа, игр никаких новинок громких нету, просто бери и записывай танки в любых количествах, и всегда есть зритель, который будет их смотреть. А вот тогда, когда я начинал писать этого ублюдского Бэтмена, никаких танков не было. Писать Armored Warfare я еще тогда не собирался. Вот, а теперь, когда, собственно, назрела мысль записывать все-таки Армату, Бэтмен стал еще не херово так мешать. По-моему, я только что его убил, нет? Или он что, очухался и снова стоит тут мониторит? Вот, поэтому я надеюсь просто в ближайшем времени закончить нахер эту игру. И никогда больше... К ней не возвращаться. Чё это, блядь, сейчас было? Почему мне не дали его вырубить? Так, мне нужно устройство дистанционного взлома, наверное. Которое только на 30 секунд обезвреживает ссаные беспилотники. Ну, ты мог бы кого-нибудь другого захватить, я думаю. Желательно двоих даже. Можно их, блядь, развесить, сука, как гирлянды здесь на одном... На одном выступе по 20 человек. Просто архитектор слепил здесь недостаточно горгулей. На всех, блядь, не хватает. Посмотрите просто на это мерзкое количество беспилотников, всяких пушек. И я так понимаю, что из этой машины мне никого не достать. Что специально боевики, которые вот тусят внутри, возвели вокруг себя пуленепробиваемую стену, что, конечно же, абсолютно реалистично, и все террористы всегда так делают, да, вы захватили какой-нибудь участок с говном, где даже не банк, где вообще ничего нету, но обязательно надо стену там построить, чтобы Бэтмен на своем автомобиле не смог им нихуя сделать. Вот, а самолет у Бэтмена абсолютно не для того, чтобы на нем совершать какие-то боевые вылеты. Самолет нужен для того, чтобы ему новую тачку привезти, когда он старую провоплячет. Именно так я всю жизнь представлял себе Бэтмена. И фильм, и игры. Кстати, все игры, наверное, про Бэтмена были немножко ебанутыми. Потому что если кто играл в Бэтмена на Сеге, помнят, наверное, что последний босс... той сеговской игры про Бэтмена, не тот, который с мультиплеером, где один за Робина играет, тот был прикольный за счет мультиплеера. А вот где мультиплеера не было, последний босс игры был, это повторение всех боссов, которые вообще за игру были. И это просто полное говно.
Это самая, блядь, тупая хуйня, что может быть насчет финального босса. Это повторение всех боссов. Ну что, этот пулеметчик подойдет, чтобы я его вырубил или что? Или мне, блядь, вылезти нахер? Что ты пиздишь-то, блядь? Ну и что ты будешь делать? Отсюда все ушли. Но мы знаем, что они все равно будут мне мешать раздавать ему. Начался замес, замесович, блять. Бежать надо, бежать отсюда. Бежим нахуй, что ты делаешь? Они вооружены, в отличие от тебя, гомосек ты, блять, ушастый. Нахуй быть супергероем с какими-то батарангами, с каким-то говном. Купи ты себе пистолет. Борись с преступцией, как, с преступностью, блять, как с преступцией. С преступцией и проституцией, как нормальный, блять, мужик. А не говно в костюме. Это что такое? Чей-то чемоданчик. Под вещички. По стелсу чисто окно разбил, никто не смотрит. Ну, блядь, Бэтмен хули. Я уверен, что этот такой же тупорылый, что он... Нет. Он прохавал ситуацию, что надо хотя бы повернуться, сделать видимость того, что ты контролируешь ситуацию, и хоть один из флангов прикрыт. Ты контролируешь, чтобы тебе на тебя не напали сзади. Еще, блядь, Бэтмен ведется, конечно, как обезьяна с этой... Я им турель сломаю, пусть, сука, новую строят. Ждут, когда инженер придет. О, боже мой, блядь, какая миссия, это пиздатая, я просто восхищен. Да, это видео будет на редкость 18+++, желательно. Не то, что 18+, а только для людей, которые работали всю жизнь на стройке, служили в армии, желательно прошли несколько горячих точек. Только они смогут нормально слушать это все. Потому что эта игра уже, ну серьезно, своим однообразием начинает вызывать неподдельное омерзение. Уже даже не скука, она просто... Это не скучно, это просто бесит уже, потому что всю игру делаешь одно и то же. Сейчас, в общем-то, в большинстве игр приходится сделать одно и то же всю игру, но... Там хотя бы, я не знаю, хоть что-то интересное есть. Здесь была интересная сюжетная загадка, кто же такой этот рыцарь Архима, но после того, как я узнал, мне кажется, после того, как все узнали, кто такой рыцарь Архима, сказали, ха, ну и ладно, блядь, всем мысли. Было интересно, но в итоге стало насрать, кто это такой, то есть, это стало неинтересным. Ответ на этот вопрос неинтересен. То есть, во-первых, он стал предсказуем, да, потому что... Любезно показали, чтобы, ну, люди, которые не читают комиксы, чтобы они были в курсе, что был вот этот вот чувак, блядь, которого Бэтмен там что-то провафлил. Вот, и ты начинаешь понимать, что не просто так тут все в этой игре показывают, эти игры типа для детей. Вот, и поэтому вся загадка вообще теряется. И становится неинтересно уже к тому моменту, как они дают тебе понять, кто это. Единственное, что можно отметить, это количество действительно интересных миссий, которые под конец там были, связанные со сражением с этим чувачком. Нахуй вы мне, блядь, я ему выключил все. Бросить гранату, блядь, улететь, нахуйра. Блять, как же ему надо... Блять, ему надо было карьеру в боксе делать. Как же ему похеру, что его метелят? Ну что, все? Здание зачищено? Чё ты, блять? Надеюсь, они все довольны.
Я уже 25-й раз за игру иду, блин, в это убежище. Так интересно. Давайте посмотрим. Сейчас этот гигантский объектив фотоаппарата откроется, и мы что-нибудь узнаем. Отсылка к фильму «Хранители» налицо. А, не знаю, в чем именно, но... Я просто не врубаюсь. Что надо сделать-то? Отломить голову Гоголя. Че они, блядь, хотят от меня здесь сейчас? Я все это убрал, я все это достал. Давайте посмотрим. Не дайте боевикам пугало уничтожить сервера Оракула. На какой хер я здесь? Зачем вообще здесь есть вот эта возможность? Отключение, какого-то включения. Если боевики пугало знают, где сервера Оракула, я думаю, они взорвут все здание, как в том дебильном анекдоте из городка, типа, где он нанимает киллера. Говорит его, типа, чем будем убивать? Он говорит, ну давайте, блядь, взорвем. Ладно, говорит, где человек живет? Он говорит, дом такой-то, квартира такая. Он говорит, не, говорит, если взрывать, то квартиру не надо. А, блядь. Можно его, блядь, в землю загнать по самые ботинки? А, сервера Оракула, они где-то здесь. Танго Доджо. Здесь учат танцевать танго. Ну да, атмосфера здесь такая. А, вот они, сервера Оракула. Они стоят не в укрытии, они стоят на видном месте. Еще и украшены, блядь, веером каким-то. Oracle, the clock tower is secure. You're reconnected to the mainframe. Great. Okay, it looks like we lost a couple of servers. It's gonna take a while to restore all my data, but I should be back online by the time you get back here. In the meantime, you might want to head over to the Lady of Gotham. That reporter guy, Jack. Блять, можно я просто сражусь с пугалом, победю его, блять, и мы закончим это говно. Иди нахуй со своей журналисткой. Ёб твою мать, зачем это все? Сколько можно тянуть резину уже? Заебало уже всех, это, блядь. Сука, я тебя ненавижу, блядь. Они тянут и тянут, тянут и тянут, блядь. Они тянут нахуй ее и тянут. Для чего? Ну неужели кому-то в это время, когда вот они проходили эту игру, она еще не заебала, блядь. И все такие, хоть бы еще чуть-чуть, хоть бы еще раз, блядь, заставили тебя сходить в полицейский участок, взять там квесты, поехать, блядь, кого-нибудь спасать. Хоть бы эта игра длилась вечно, это же так классно. Хоть бы еще 500 миссий, блядь, на машине, где надо танки уничтожать. Это же вообще, блядь, хит. Блядь, как тачку вызвать? Как нажимаешь вызов тачки, она все время оказывается у тебя за углом почему-то. Неубиваемая пожарная машина, видимо, бронированная. Смерть мусорам! Сука, нельзя их отхерачить. О, боже, бля. Ой, ёб твою мать. Да, и здесь еще, блядь, 118 метров по полицейскому участку надо пиздовать, чтобы, блядь, дойти до нужного места. А, ёб твою мать. Интересно, есть ли там какие-то данные, которые они не могли сообщить в бесконечных телефонных разговорах в этой игре? Они даже, блядь, не обставили никак как-то интересно эти появления в полицейском участке, чтобы здесь кто-то появлялся, кого-то там победил уже из боссов, да, как это было, по-моему, ранее или как-то. А, ну пиздец, точно, надо с ней поговорить. Мало того, что мы с ней только что связывались по телефону.
Scarecrow's chopper flew out towards the bay before heading north. I tried narrowing it down. Бэтмен тоже недоволен, блять, что пришел сюда идти. А, ура, они все-таки напали на полицейский участок и разнообразили мое пребывание в этом месте. Слушайте, а вы задумывались над тем, что фильтры противогаза вкручены у него в бороду, а при этом на рту у него дырка, то есть он дышит не через фильтры? Где логика? Ай, кого я, блядь, спрашиваю? Останите штурм полицейского участка. Они берегли эту сенсационную миссию, видимо, на самый конец. Да, и ввиду отсутствия мини-радара, блять, в этой игре, естественно, ходить здесь по этому участку просто. И если вы думаете, что сейчас начинается что-то охуенно интересное, то я вангану без всяких гадальных карт, что сейчас просто на полицейский участок нападают беспилотники. И надо будет сесть в свою машинку и... Смотрите, смотрите. Я базарю, бля, я уверен на 150%, что разработчики этой игры, будучи полнейшим хуесосом, вряд ли... Нет, смотрите, это все-таки обычная, ёпты, драка. Да я с ними не буду драться, я еще ёбнутый. Если можно их всех переехать, нахер. Ну. Ну, а что еще? Еще кто-нибудь хочет заштурмовать? Блять, это был самый уебанский штурм полицейского участка за всю историю мира, блять. Даже в фильмах Стивен Сигалом, который, блять, давным-давно уже днище. И то, как-то там был какой-то фильм, где тюрьму штурмовали, он и то был довольно неплох. Но это, блядь! Я уверен, что беспилотники все равно будут. Исследуйте генератор. Как я, блядь, его исследую? Я Бэтмен, я детектив, я каратист, но... Какие нахуй генераторы, блядь, я чё? А унитаз вам засорившийся не сделать? Вы, блядь, злоупотребляете уже, по-моему, Бэтмена, господа. Как эта игра злоупотребляет ресурсами моего компьютера, блядь, создавая кучу лагов. Джокер, всем на тебя уже насрать. Тебя, блин, хоть ты и сдох, но тебя в этой части больше, чем надо, блядь. Ты уже заебываешь. В этой части просто перебор всего. Перебор Джокера, перебор танков, перебор боссов, недобор. Боссов интересных нету, некого поубивать интересно. Куда идти-то, ёб твою мать? Ой, блядь, как это надоело. Ёб твою мать. Мне кажется, у них в этом городе где-то стоит завод по производству этих, блядь, беспилотников. Просто его... Бэтмену было некогда его искать. Вас, кстати, не смущает, что на весь город здесь только один полицейский участок? Oracle, the G
generators destroyed. Damn it. Okay, there's a backup in the underground parking garage. But it should have come online. Что-что? На подземной парковке? Сейчас я туда вернусь немедленно, ведь ты же не могла мне сразу сказать, что он там. Где? А. Сейчас я, блядь, дистанционно взломаю. А, вот. Взломаю этот единственный вертолет, который мониторит. О. Все-таки здесь приоткрыта дверца, да? А, машинка моя, блядь, там. Придется, видимо, одну драку провести, блин. С вот этими людьми, которых, блядь, нельзя пиздить. Избивать людей, которых нельзя, до которых нельзя дотрагиваться, это вообще вот, ну, такое дно, блядь. Во-первых, это очень долго. Во-вторых, это крайне тупо. Во-вторых, когда деструктором стреляешь в здорового, он начинает своих сбивать зачем. В-третьих, комбо в этой части, блять, оно ни на что, по-моему, не влияет. Он не становится сильнее, у него не включаются зажигательные какие-то удары. Один пропущенный удар. Можно будет начинать эту веселую драку охуительную вообще сначала. А вот и он, а вот и он. Охуенно. Выдрался, блять, вот серьезно. О, в этот раз концовочка новенькая. Наконец-то эти бесполезные хуесосы получили по заслугам. Лучше бы я вот за пулеметчика в этой игре играл. Вот эта сцена у пулеметчика была интереснее, чем вся игра за Бэтмена. Блять, да. Грузись ты, убожество, блять, а. Ёб твою мать. И кто-то купил же эту игру. Мне жаль, блять, тех людей, которые потратили, блять, какие-то деньги на покупку этого говна, блять, ебану. Даже если бы оно не лагало, даже если бы оно идеально работало, эта игра все равно говнище, блять, ебучая. Ой, а нахуй с ними драться, если есть бесконечная вот эта пулялка, блядь, которая заставляет их пиздить друг друга. Я, по-моему, ее недооценил. Это, видимо, самый нежный в мире электроразряд. Он никого, блядь, из них не вырубил. Заебало, господи, блядь. Там еще бегут, как будто, блядь, этих кому-то мало может показаться. После контратаки отобранным оружием Бэтмен его выбрасывает, блядь. Блядь, то есть вот в этом сражении я должен нахуй увидеть, что вот этого чувака бить нельзя, потому что у него палочка светится, да?
Ага, с палкой-то пободрее пошло. Какое-то очередное уебанское добивание, которое лучше бы в слоу-моушене не показывать, потому что такого удара нету, блядь, в этом мире. Он бессмысленен, блядь. Подойди ему, топник, блядь, ногой по голове, господи. А, надо, наверное... Это все такое в преддверии мощнейшего сражения танкового, блядь. Прохоровка, Готэмская... Готэмская Курская дуга, ёб твою мать. Хорошо, может мне придется меньше их убивать, потому что их там 1000, по-моему, на улице, не меньше. Заебало лагать уже мразота, блять. Тут никаких спецэффектов даже нету. Хули ты? 20 FPS хуенного дыма, блядь. Вы закончили? Она вроде что-то там под контроль брать собиралась, нет? А, большинство из этих танков, видимо, время от времени начинает тупо стоять. Хорошо, что у меня есть бесконечная ракетная установка, которая непонятно почему работает не постоянно. Это потрясающий М-взрыв, который выводит их из строя ровно на 2 секунды. Оракул, хакни, блядь, мою машину и дай мне здоровье. Пожалуйста. Ёб твою мать. Пиздец, блядь, сука, из-за лагов нахуй сдох. Я бы увернулся, если бы это дерьмо, блядь, хоть секунду. Я видел это говно, блядь. Бля, я бы, конечно, век на это смотрел, но только не как символ моего поражения, блядь. Ебать, какая охуительная миссия. Какая же пиздатая игра, господи. Блядь. Я помню, что как-то тут можно что-то прокачивать, но мне настолько похуй на эту игру, что я даже вот где-то здесь. У меня 4 левела, отлично, что я могу, блядь. Таран, да-да, хуян таран. Улучшает броню, давай, может, блять, это поможет чем-нибудь. Вообще интересно, есть кто-нибудь, кроме Брейндита, который это говнище похвалил? Сходу нахер. Такая куча, что я даже не понимаю, кто из них ракеты выпускает, кто из них не выпускает.
далеко не все. Я бы не сказал, что моя усиленная машина стала более живучей. Маму делал. А, да, я рано начал запись, поэтому нам придется еще раз насладиться, как они считают по очереди. Это ж так ми-ми-ми. Ух, блять, какие искры классные. Это стоит этих лагов. Я думаю, что надо перестать слушать эту суку. Просто я вообще не понимаю, откуда что летит. Блять, это БМП Терминатора, я понял, откуда ракеты летят, отовсюду, блять. Это говно починилось, да? Наконец-то ты сдохла. Я слышу, что звук, блядь, ракеты летят, но ёпта, откуда? Просто ебануться. Я нагнул, ты говно, господи, ебать. Я даже за этот бой не моргнул ни разу, у меня аж, блядь, слезы льются теперь. О боже. Опять миссия, где надо убивать всех по стелсу, если кто не понял. Ну, может, и не по стелсу. Бэтмен с дубиной — это страшная сила. Я не понимаю, почему он себе навечно какую-нибудь бэт-дубину не заведет. Опять чувак, блядь, со щитом обосрал просто все. Блять, их опять откуда-то вылезло 800 человек, ёб твою мать. И
кажется, или за четверной у ворот должны, блядь, давать какие-то бонусы? Типа дать его убить одним ударом. Как саблю подобрать, которую не выронили, а? Заебал эта наэлектризованность уже, ёбаный, кто ее придумал только, а? Еще 800 человек, пожалуйста. Вот это особенно охуенные какие-то бойцы, видимо. А, сразу два амбала. Один со щитами, второй с клинками. У третьего просто хуй по колено, нет? Заебись. Здорово. Может, добазаримся? Миллионер, кстати, денег не хотите? Хули я все один, как дурак. Я могу армию, блядь, купить себе и заставить ее готом защищать. Вы, кстати, думали об этом? Что Брюс Уэйн-то, блядь, миллионер вообще-то, а не мышь. Сраная, блядь. Может позволить себе, блядь, наемников, я думаю, из Blackwater's, ёптать. Сраную кучу причем, блядь. Больше, чем, сука, в китайской армии. Ну не, нахуя. Проще в костюме мыши, как еблан, одному все делать. Прям во время добивания пиздорезнули. Ну, блядь, потому что, наверное, это просто ёбаный перебор уже. Точка людей без нахуй регенерации. Это... А, блядь, где конец, блядь? Где конец, нахуй, этого игры, блядь? Ой, она бесконечная. Я понял, что тупоры... Я понимаю, что такие тупоёбаные миссии можно делать просто нахуй. Ctrl-C, Ctrl-V, блядь. Опа, в Steam обновление. Новая DLC-шка вышла. Еще три вертолета людей сейчас подлетят, блядь. Этот Бэтмен будет вечен. Сука, говно блевотина, ёб твою мать. Я надеюсь, что, сука, эта студия разработчика разорилась нахуй. И сейчас, блядь, миньетами подрабатывает, блядь, на трассе какой-нибудь. Говнари, блядь, ебаные. Да иди нахуй, блядь, от меня. Заебался своим, блядь, своей сабелькой пидорской, блядь. Трубы какие-то, нахуй они не нужны. Еще я так понимаю, что если ты не пробиваешь комбо, то твой, блядь, дамаг вообще не засчитывается. Вот одиночные удары вообще в зачет не идут. А у них у каждого по желанию. Хочешь щита, хочешь... Здоров на первыми, блядь, пиздит. Бросок-то, ёпты, хоть... Иди ты, блядь, в Дагестан какой-нибудь съезди, тебя прогибы научат делать. Хули хоть творишь, блядь. Нет, этот электроразряд, он вообще что-нибудь дает хоть, нет? Отлично, блядь, с таким видом классно, блядь, это так делать. Бьешь, бьешь, хуяк тебе. Из невидимости, блядь, пизды к тебе, леща. Заебись, наконец-то мы остались, блядь. В каком-то минимальном составе, более-менее пригодном для опиздюливания. Ну, наконец-то один из них затупил.
Бэтмен держал победу по очкам. Его удары были говно, но их было очень много. Почему камера дрыгается, а мышку вообще, блядь, не трогаю? А, на киностудии? А хотите прикол? Я там уже был в этой части игры, на киностудии, на этой. Там этих людей надо было освобождать газом отравленных. Конечно, блядь, я и нахуй. Я 508 раз, блядь, уже еду. Я не могу летать на самолете. Я не могу телепортироваться за кадром, это было бы не так интересно. Больше лагов, блять, лагай, сучка, конечно, хуевая, блять, просто. Заебала эта говёная игра, блять. Ёбнуться можно. Тут надо выбирать средства перемещения не как, блядь, быстрее, а как лагов меньше. Такое ощущение, что здесь в этом Готэме только, блядь, 4 локации, нахуй, это. Ну, кроме тюрьмы, конечно, под которую вообще отдельную игру сделали. Это, блядь, киностудия. Это башня, где там вот эта вот хуйня Оракул сидит там. И полицейский участок. Четвертую я даже нахуй локацию уже не помню. Уверен, что она всего одна. Что просто ставит эту игру в один ряд с таким дерьмом, как... Нет, с этой игрой рядом вообще ничего не стояло, потому что... Ну, такое убожество делать в 2014 году, что... А при чем тут, блядь, киностудия? А, чё надо? Tell me what happened. Надеюсь, что в фильме «Бэтмен против Супермена» это ушастое хуйло как следует выхватит. Я его ненавижу. Это самый, блядь, убогий супергерой теперь для меня. Я его презираю, блядь. Этот ублюдок нихуя не может сделать. Несмотря на то, что он миллионер, каратист, пидораст и не знаю кто еще, но он просто ничтожество. Голимое, блядь, сраное ничтожество. Тим. Тимберлейк. Полное имя этого. Камера, блядь, хули ты. Ну, смотрите, стоит отпустить мышку, и камера начинает... Уии! Она хочет показать мне пол, наверное, в этой игре. О, это же его сломанные палочки. Но камера не фокусируется, она продолжает дрыгаться, смещаться, что-то делать. Блять. Альфред, да? Я угадал? Нет? А, это мышка на этом коврике у меня так себя ведет охуенно. Почему? Вот я ее ложу на стол, и она перестает задираться. Что за прикол? Китайские коврики, блядь, зачаровывают мышки. Что он хотел-то, блядь?
Alfred. I'm going to give myself in to Scarecrow. It's the only way to save Robin and Jim. Consider your decision wisely, sir. There could be no coming back from this. I get another token talk to. Hang on. What if Sackface kills you once he's had his fun? I changed my mind. We don't have to go. Caring for friends is overrated, especially yours. Даже комментировать не буду эту очередную, блять, тупоебищную. Езду на этом лифте, блядь, выслушивание этого уёбка очередной уже, который, блядь, тошнит уже от этого. Альфред? Нет, опять не Альфред. И он сейчас? Он бы взял Брюс, мы все бы. Но ты оставил его, бессмертным. Ты не даже дал ему выбор. Я извиняюсь, Брюс, но ты должен вернуть его обратно. Что бы это ни. So it's decision time, Bats. Give yourself up to Scarecrow and get us both killed? Or is it time for the new dynamic duo to hit the street? Такие расстояния еще, блядь, постоянно. Километр туда, блядь, километр обратно. Что это? Мне надо было кучу мусора обследовать, что ли? А, ниже. Живописно. Гордон, вали его нахер. И хули ты хочешь-то? Я не понял ничего, блядь, как обычно. Отдать пояс? Блядь, у меня штаны на нем держатся. Что, кто-нибудь вообще задумался, что у Бэтмена хранится вот в этой, вот в этих коробочках? Что там может быть? Вот что? А, все, можно назад забрать. Видно же, что тут газ, по-моему, да? Всем видно, блядь, кроме Бэтмена. А мы куда-то едем. Мастер Брюс, можете меня слышать? Я детектирую кого-то, трекирую ваше движение через город. Я знал, что он будет. Я думаю, что я, может, пропустил что-то, сэр. Кто вы
nightmare is almost over. Your failure almost complete. I can see it. And soon the whole world will see it too. Your eyes betray you. You Нихуя си. Я в шоке. Ну все, это просто должен быть, это уже просто должен быть финал. Я, кстати, понял, почему мышка вниз ползет. У меня эта подставка под клавиатуру, она наклонная. Мышка просто скользит и съезжает с этого коврика. Настолько китайцы сделали скользкий коврик. Вот, я думаю, что это уже все по-любому классно. Хотел бы себе в комнате такую повесить неоновую. Я думаю, что это уже по-любому финал, потому что больше нагнетать уже просто невозможно. Вот. Игра берет... Ох ты, блядь. Это же его типа мать с отцом, да? Игра берет пример с фильма, там тоже очень все затянуто. В новых версиях Бэтмена особенно, блядь. Там уже где в этом, в кинотеатре сидишь, уже ссать охота, блядь. Слушай, сейчас польется, уже Джокер сидит в тюрьме, аплодисменты как бы в ладоши хлопают. Я думаю, ну все, господи, он аплодирует тому, что я сейчас поссать схожу. Да хуй там, блядь, еще час, вот корабли плывут, там все заминировано, блядь. Но было интересно хотя бы, вот именно в той части. Чего не скажешь про то, что творится в этой игре. О, опять драка с кучей печей. Слава богу, никто не наэлектризован, потому что мне нечем их теперь обезвреживать. Решающий удар Джокера. Сомневаюсь, что Джокер когда-то так делал. Кажется, что эта комба, вот эта вот 63, она уже ядерными взрывами должна взрываться после каждого удара. Понятно, что на самом деле он никого не бьет, что все это у него воображение, поэтому они разлетаются просто как петухи. Мне это напоминает матрицу, ой, блядь, я проебал, да, в пизду. Эту матрицу напоминает, где Нео дрался с кучей этих агентов Смитов. Я бы, блядь, на месте братьев Вачовски на Бэтмена за этот момент в суд подал. Надо вырвать столб, короче, воткнуть его в землю и бежать, типа, по лицам Джокеров. Да, я пропускаю удары, потому что это, блядь, пиздец как скучно. Мне кажется, что они бесконечные, на самом деле надо их не бить, а что-то делать здесь. Сейчас почему-то не сработал решающий удар Джокера. Джокер, да тут еще на Рексике так смотрю. Смысл был как можно больше завершающих ударов сделать. Джокер сейчас, по-моему, шептуна припустил. So
my neck. No denying it this time. You've got the mind of a killer. And that mind is mine. It's over, Bruce. You crossed the blood-red line. And now Scarecrow's going to set me free. Ай, блядь, даже говорить ничего не хочется уже. Настолько мне, блядь, насрать, что тут происходит. Я просто хочу увидеть финальные титры уже. И даже похуй, чем эта игра кончится, лишь бы она кончилась. В Архам едем, охуенно. Я так понимаю, что это отдельный целый уровень, да, игры? Нет, это другой долбоёб в костюме Бэтмена за несколько, блядь, миллионов. Надо же такую хуйню спросить. Ну ты и дебил, блядь. Бабкиной, надеюсь. It's time. Mr. Gordon, I would like you to do the honors. А тебя не смущает, что Гордон не смог убить Бэтмена? Точнее, он его не убил, хотя обещал. О. Заебись. А, я напоминаю, что броня у Робина не такая пиздатая, как у Бэтмена. Она от пуль нихуя не защищает. Хотя Бэтмен говорит, все нормально, блять. Она не пробивается. It's the end. When they find out who you are, there'll be no hiding. You need to trust me. Чувак, у меня столько денег, что я спрячусь, блять, даже от налогов. За уши тяни. Вот это поворот. Уэйн. Брюс Уэйн. Блять, а кого ты ждал? Нильсон? Лесли Нильсон? Эта броня выдерживает пули, но не выдерживает шприцы. Да. Или у него пули выдерживают только вот этот вот значок вот этот. I say we finish him before he wakes up. He's too dangerous. We've got 100 guns trained on him. He's going nowhere. Guys. It's great to see you. I had a devil of a time tracking you down. Tracking us down? We caught you. Oh, Cobblepot. Always cruel, but never cunning. Croc, old boy, you might want to duck.
Ну, красиво, конечно, что пиздеть. Красиво, но, блядь. Смысла я всего этого не очень улавливаю. Да и если что, улавливаю с другой стороны. Почему все бессмертные? Принес им смерть. Ну, как отсюда? О, теперь шутер будет. О, давно бы так ебать колотить. Пингвина вальнул. Наконец-то, господи. Ой. Леди, с вами все в порядке? Будь здорова. Как корова. Деньги. О. Заметьте, что бухла и наркотиков в кадре постоянно нет. А, это ты меня не отпустишь? На тебе, в это полушарие, в это полужопие. А, Бэтмен убивает мусоров, вот и Гордон завалил. Отличный финал все-таки, блядь. Наконец-то, вот если бы только игра была короче в половину, было бы лучше. Выкуси, Готэм, отсоси. И это был полицейский участок, я так понимаю, да? Сука. Все сдохли. Наконец-то в этом блядском игре. В фильме хотел сказать. Все сдохли. Музыка ваших предсмертных криков. Звуки ваших предсмертных криков. Это музыка для моих ушей. А, это все было воображение. Ну, конечно же, ведь это пидорская игра. Никогда тут никого не дадут убить. Вот воображение, это да. Ready for the encore. Какому выходу на бис, что ты несешь? Упоротый. Багованный крестик forever. Good time.
Ой, шутер от первого лица. Еб. Отлично. Вот это графика. Ради этого стоило играть в это дерьмо, не так ли? Лучше бы вот Бэтмен так, таким и был всю жизнь. Какая могила? Кто вообще, блядь, серийному убийце могилы ставит? Right. I get it. They forgot about me. Very funny, bats. But it's not gonna... Ёбаный. Если бы мой пердак не был укреплен игрой в Layers of Fear, если бы я не высрал свое сердце, играя в исчезновение Итана Картера, сейчас бы я испугался, конечно. Давай ее нахуй застрелим, что с ней говорить? Организуй мне поминки. Какой скорострельный дробовичок. Музей Биг Пингвину. Расщепил. Куда идти-то, ёпта? Кого он ищет? Я понял, всегда за спиной. Весело, конечно, что-то приелось. Хоррор начался, что я понимаю. Статуя, блядь. Блядь, ядрило. Thank you.
Светлое будущее. Оказывается, против Бэтмена даже с дробовиком не так просто. Ни хера такие камеры. Господи, где вот это, блядь, всю игру было, а? Какой-то хуйней заставляли заниматься, чтобы в конце игры наконец-то запустить что-то интересное. Да ладно, два хедшота, слышь? Читуешь, что ли? Да пидор. Ау. Его надо в камеру забить, что ли? Борьба Бэтмена происходит именно так. Нет выхода, только тьма, написано на стенах. От Кейджен. Хуяси. Какие у него глаза теперь? Наверное, девочкам нравится такой цвет. А вот такой не очень. Отстойно. Do you understand, Gotham? You have no savior. No more hope. No. Ты кажешь, что там уже тройная передозировка, блядь. Сайфер Рейдж, первый призрак. Блядь, завали его и все, господи, сделай одолжение все. Ну а тебя, мудака, тут не хватало. Да, ему же сейчас вколем, короче, как уже не раз пугало на этом горел. Где вся его армия в очередной раз? Кайфуем, сегодня мы с тобой кайфуем. Ну не страшно же, ибо. Кем он себя возомнил? Холлифилдом? 70 лет. Такой удар. Да-да. Okay. Пули это как простуда. Недельку в кровати, почихал, покашлял и здоров. Финалиссимус, ну же. F-117 стелл заходит на посадку.
best gift you've brought us all night. I can't believe he showed up. So Bruce Wayne, huh? If it's all the same to you, I'll stick to Batman. No! Кто такой Брюс Уэйн? Не знаю, меня подставили. Как будто Крейна в первый раз посадили, я не знаю. Помню, как-то раз я начал запись летсплея со включенной вебкой и забыл вырезать этот момент. Так что я прекрасно понимаю Бэтмена. Prepare the Nightfall protocol. Are you sure? There's no other way, Alfred. Так у меня никакого протокола не было. Протокол стереть видео, разве что. You can be sure your instructions will be followed. Ну. Режим новой игры. Что? Все. Master Bruce. Threat removed. Now would be the perfect time to reassert your control of the city. А, все, конец. Даже титров нет, никакого тебе нахуй хэппи-энда, иди, блядь, кошку освобождай, иди, еще какую-нибудь хуйню страдай. Этого, блядь, вампира лови, еще какую-нибудь, блядь, я ебу, даже... Они даже концовку сделать не потрудились, ёбаный насрал. Да пошло нам в жопу, господи, блять, худшая игра года, однозначно-то. Если мне было не лень, я делал очередную пятерку худших игр года, я просто не помню, какие игры вышли в этом году, ибо под конец я так заебался этими танками. Но в этом топе однозначно победил бы Бэтмен, как самое, блядь, тупое, мерзкое, блядь, дерьмовое дерьмо нахуй в этом году вышедшее. Просто, блядь, дерьмище. Не знаю, если у вас есть какое-то другое мнение, можете озвучить его в комментах. Все, пишите, жмите, я пошел игру сносить. Наконец-то ты кончилась, дерьмище.